Ну да, я люблю бразильские сериалы смотреть. Ну, обычно старые какие-нибудь, которые раньше играли, например. «Клон». Сериал «Универ». Потом чуть-чуть «Молодежку» смотрела. «Девчонки» смотрела. «Шерлок». Нравится дедукция самого героя, как преподнесено. И герой достаточно симпатичный и подходит под описание, как в книге. Я смотрела «Игру престолов». Очень оригинальный сюжет и захватывает с первых серий, поэтому хочется продолжение смотреть. Я очень жду «Ходячих мертвецов», потому что я очень надеюсь, что они убили не Глена. Но в комиксах он умер от рук Нигана, но я очень надеюсь, что они его оставят. Это мой любимый персонаж. Наверное, сериалы, они больше знакомят человека. Там есть время раскрыть персонажа, чтобы персонаж эволюционировал. Из американских «Сплетница». Мне кажется, «Отбросы» все уже смотрели. Позволяет нам на какой-то определенный промежуток времени абстрагироваться от ситуации, от грустных мыслей. А, например, сериал, ты можешь посмотреть одну серию, тебя затягивает, ты смотришь дальше, интересно наблюдать за тем, как меняется герой, как это в жизни бывает.